Десятилетию международного движения «Открой рот» и основателю этого движения, можно сказать, мистагогу Михаилу Фаусту посвящается. Идут, качаются вагоны, народ стоит к спине спина, все тупо пялятся в смартфоны, а слов не слышно ни хрена. Давно забыли люди эти исконный речевой процесс. Мужчины, женщины и дети строчат друг другу СМС. И в этом цифровом болоте вдруг ярко вспыхнул, как маяк, с простой фамилией из Гёте суровый крепкий сибиряк. Призвал он наши миллионы, российский трудовой народ: не тычьте пальцами смартфоны, а шире открывайте рот. Он ведь не только для минета нам предназначен алый рот, не только чтобы есть котлеты и пить на третье компот, не только чтоб гнилые зубы там удаляли под наркозом. Бог рот нам дал язык и губы, чтоб говорить могли мы прозой. И вспомнив, что имеет голос, наш гражданин молчать не стал. Он встал с колен, взъерошил волос и разомкнул свои уста. Так много новых златоустов нам на Святой Руси открыл за эти 10 лет Фаустов неутомимый Михаил. Он нам напоминает снова уже второй десяток лет. Вначале было слово, и слово было свет.